Всем привет! Не опять снова у меня новинки. А на самом деле получила я их в первой половине сентября, но у меня не дошли руки сразу их снять. Получала я их среди недели, была замотанная и видеораспаковки не было. За что извините, конечно, но держать их в закрытой коробке, пока у меня появится момент для съемки, не очень хорошо. Все-таки лучше пропустить видео распаковки, чем лишний раз стрессовать растения. Итак, это Phalaenopsis equestris albensis от Schwerter. У меня есть Phalaenopsis equestris albensis от Luke. Очень-очень красивое цветение. И решила я взять от Schwerter. Как всегда, вопрос, зачем тебе еще два, если у тебя есть? Потому что я надеюсь, что это будет альбенсис с губой другого оттенка. Потому что альбенсисы бывают очень-очень разные. И мне, как маньяку эквестрисному, конечно же, очень-очень хочется иметь все возможные варианты, до которых я смогу ручками дотянуться. Поэтому вот так. И появились эти два малыша. Пока я их не пересаживаю, трогать я их не буду, пусть они адаптируются, растут, приходят в себя, привыкают к моим условиям, к моему поливу. И уже когда они начнут потихоньку разрастаться, я увижу у них действительно очень активное движение, начнут очень активно расти новые корешки, я их пересажу в один горшочек. Поэтому нет, дубль я продавать не буду. Цветение у них ожидается одинаковое, я не жду от них разного. Вот они, альбенсис, оба. Хотя, почему бы не помечтать, что может что-то произойти, потому что, опять-таки, у меня есть от Люк альбенсис, который очень-очень неожиданно процвел пилориком. И вот его фото. Он просто шикарен, обалденная форма лепестков, обалденный цвет. И из-за пилоричности вот этот вот цвет губы, а их получается три, очень хорошо виден, и видно переливы. Ну, в общем-то, я в восторге, и мне вот так вот повезло. Ну, а второй уже, который был заказан следующим, от Люк, процвел обычными цветами. Вот его фото. Они все равно очень красивые. Да, мне второй раз не повезло поймать пилорик. Но один это тоже очень-очень большая удача. А с этими товарищами пилоричных цветений не ожидается. Хотя, как знать, может быть, мне опять повезет. Но не буду раскатывать губу. В качествах и плохие от Schwerter не приходили. Качеством я всегда довольна. Честно говоря, очень люблю этого поставщика. И Schwerter, и Люк. Обычно очень хорошие размеры. Хотя вот диаметр горшочка, да, небольшой, но очень приличная сверху ботва. Назовем это так. Вот такие очаровашки. Не забывайте заглядывать в описание, ставить лайки, подписываться на канал. Я надеюсь, колокольчик уже работает адекватно, и он перестал у меня пропадать. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Пишите комментарии. Всегда читаю, отвечаю, всегда очень приятно. Заглядывайте по ссылкам в Инстаграм, на ФБ, делитесь там своей красотой, фотографиями, комментариями, всем-всем, чем захотите. Можете мне написать в мессенджере директ, пообщаемся. И на этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!